Правительством Российской Федерации распределены 10 миллиардов рублей на ремонт дорожной сети регионов Российской Федерации. В очередной раз в Вологодской области был выделен транш в объеме 229 миллионов рублей, который мы направим на ремонт наиболее разрушенных участков региональных и муниципальных дорог. В прошлом году, напомню, нам выделено было 500 миллионов рублей, из которых мы 200 миллионов рублей направили на ремонт улично-дорожной сети города Вологды, а 300 миллионов рублей на ремонт дороги Чикшино-Тотьма-Никольск-Великий Устюг. В этом году 229 миллионов рублей будут распределены в соответствии с предложением Департамента транспорта Вологодской области. Я жду эти предложения до понедельника. В понедельник мы примем решение о том, куда направить средства для ремонта дорожной сети нашего региона.